6 июня в Новом Уренгое отметили туй. В переводе с тюркского языка это слово значит «праздник», но более привычно для жителей страны сочетание «сабантуй». В переводе с татарского «праздник плуга». Как правило, обязательными в этот день являются скачки на лошадях, спортивные игры. Таких зрелищ новоуренгойцы, конечно, не наблюдали, но поводы для веселья нашли. Как согревались зрители в немного заснеженное воскресенье, расскажет Лала Гасанова, которая тоже сходила на праздник. Людей в Новом Уренгое, кажется, ничем не напугать и не удивить. С утра шел снег, но многие собрались здесь, на площадке Виадук, чтобы отметить праздник Сабантуй. Праздник плуга, символизирующий окончание посевных работ в здравницах, здесь обретает несколько другой смысл. Прежде всего, это праздник спорта, творчества и хорошего настроения. Играет громкая музыка, звучат национальные песни, там. Танцующие не жалеют ног, не удержать их даже погоде. Не могла не обратить внимания, что у тебя полностью мокрый подол. Что делать? Такова доля артиста, что поделать? С утра пляжешь? Да, все для людей, все для них. Ну а что делать? Надо же людей радовать. Хорошее настроение зрители организовывали себе и сами. Чуть ли не самым главным весельем были номера артистов. Выступали на сцене и вне ее. Танцы народностей, как и песни, быстро подхватывались гостями. Моя в Башкирии, там празднуем мы всегда, там скачки, кони, там танцы, шманцы, все это дело. Обязательно должны быть костюмы, скачки и настроение. Это я считала. И чак-чак. Чак-чак важен. Чак-чак есть? Есть. Есть. Скачек можно устроить, на ком-нибудь поскакать. Настроение есть, атмосфера есть. Организаторы говорят, что современный Сабантуй – это отличная возможность расширить свой кругозор, увидеть, насколько неповторима и разнообразна культура страны. Вообще прекрасный праздник, все устраивает. Так хорошая программа развлечения. Сейчас какой-то там башкир на дудке играет, очень-очень классно играет. Мы пришли, несмотря на дождь, на снег, мы пришли, подняли себе настроение. Очень мы рады. В остальном все было как обычно. Вкусная еда, артисты, которые зажигали, создавая настроение. Ну а гости подхватывали веселый настрой. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.